Это получеловек-полумашина. Внутри него легкосплавные боевые шасси. Под микропроцессорным контролем. Бронированные. Очень прочные. А снаружи живая человеческая ткань. Плоть, кожа, волосы, кровь, творение киборгов. Он найдет ее! Я вернусь позже. Его не остановит! Он проткнет вас! Хватит ее законно! Почему я? Почему именно я? Была ядерная война. Весь город, все вокруг исчезнет. Но был один человек. Его имя Коннор. Джон Коннор. Твой сын Сара. Еще не рожденный сын. Никто сюда не придет. Только он и я.